Мужской климакс. Существует он или это миф? Про женский климакс мы с вами все очень много знаем. В определенный период времени у женщины отключаются яичники, не вырабатываются гормоны, и из-за этого у нее возникает много разных проблем. Там с мышцами, с кожей, с настроением, да, и со всем остальным. Так вот, у мужчины такое же проявление может быть. Но, естественно, это не значит, что у него перестали вырабатываться гормоны. Нет. Они вырабатываются, но только в меньшем объеме. А организм, да, уже привык к определенному уровню. И поэтому возникает диссонанс, нарушение эмоционального состояния, какие-то приступы агрессии, слабость, утомляемость. Мужчине пугаться этого, конечно, не нужно, да. То есть это больше чисто психологическая проблема. Каждый с ней справляется по-своему, да. Кто-то, там, не знаю, гуляет с собакой, плавает в бассейне, занимается йогой. То есть пытается как-то свой мозг настроить на новый лад. Но в любом случае пугаться этого не надо. Нужно просто понимать, что это физиологический процесс, воспринимать его соответственно.